добрались до площади. И сейчас вам покажу вон все самое интересное. Это площадь Независимости. Такое впечатление, что я нахожусь во Франции или Германии. Сейчас вам покажу. Очень красиво. Эта мечеть напоминает мне мечеть в Абу-Даби. Очень красиво. Также мне нравится вот эти вот рисунки на стенах. Мы перешли дорогу, вот, и пошли на другую сторону. Вот здесь вот очень хороший маркет. Вот, сейчас я покажу вам, что впереди. Мы сейчас проголодались, и мы идем покушать. Вот, найдем себе что-нибудь, какое-нибудь вкусное меню в хорошем кафе Куала-Лумпура. Пиццерия. Сейчас мы идем смотреть другое место. Мы заказали два салата. Вот, я заказала рыбку с овощами, кока-колу и пиво. Вот так вот. Сейчас нам это принесут, и мы будем тестировать, оценивать, и потом я скажу вам по поводу этого всего, вкусно или невкусно, рекомендую я это кафе или нет. По ценам, what about price? Nice. Yeah, it's like less than $10 for the fish is like less than $10. Ну, по ценам это нормально, не дорого, не дешево, ну, нормальные цены. Где-то по $10 за блюдо, где-то вот так вот. Наши комментарии по поводу кафе, в котором мы были, очень вкусно. Вот, мы рекомендуем.